В этом году я иду в школу. Там будет интересно и весело. Только мне нужно немного подготовиться, потому что в школе я хочу быть лучше всех. О, придумала! Давай готовиться вместе. Мы будем гулять и искать места, где можно поиграть и узнать много нового и полезного. А мой лучший друг Мишка будет нам помогать. Правда, Мишка? Мишка, сделай цирк! Что мы все дома сидим? Пойдем на улицу. Это лужайка перед Мишкиным домом. Он тут пчел разводит, чтобы мед на зиму запасать. Так, что тут у нас? Качельки. Опа! Ой, пчелок разбудила. Нужно их теперь в какой-нибудь улей посадить, а то кусаться начнут. Поможешь? Вам с Машей нужно пересадить потревоженных пчелок из двух ульев в третий. Но только сначала их нужно пересчитать. Сложи между собой цифры, которые написаны на первых двух ульях. Найди получившуюся цифру внизу экрана и нажми на нее мышью. Ура! Мы все правильно сосчитали! Теперь давай еще пчелок посчитаем. Ура! Мы все правильно сосчитали! Теперь давай еще пчелок посчитаем.